Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Мои хорошие, в начале ролика посмотрите на эту красоту, порадуйтесь вместе с нами. У нас в Москву опять вернулось лето. Аномальная жара стоит для августа. Нам обещают эту неделю 27 градусов. И это так радует. Мы гуляем часто в парках, подолгу. В общем, наслаждаемся летом. Ну и за окошко, конечно же, все это похоже на осень. Осень на некоторых наводит настроение уныния, какой-то депрессии. А я обожаю осень. Это такая красивая пора. Я люблю и дождик, и солнышко. И вообще нужно ценить каждый момент вашей жизни. Ну, а я плавно перехожу к сегодняшнему очень короткому мастер-классу. Мои хорошие, этот прекрасный проект, который я назвала «Подарок», идет к завершению. Сегодня я расскажу вам о тонкостях, как выполнить рукав. Итак, один рукавчик я уже связала. Вот он. Здесь не прячу ниточки специально для того, чтобы связать второй рукав и постирать свитер. И посмотреть, если слишком вытянется рукав, то тогда вот здесь переделать. То есть распустить и укоротить его. Поэтому здесь ничего не прятала. Как есть. Итак, основные моменты. Давайте сейчас расскажу по этому рукаву. И потом покажу, как мы с вами будем добирать петли. И расскажу о тонкости тамбурного шва. Итак, значит, напомню, что спонсором данного проекта является магазин «Мир вышивки», «Мир крестика», где у вас есть 10% скидка с промокодом Ситникова. И еще, мои хорошие, по прошлому ролику, где я рекомендовала и рассказывала вам о пряже «Шелковый блеск», я связывалась с магазином «Мир вышивки». Кому интересно, зайдите, пожалуйста, во вкладку «В сообщество», там есть информация. Скажу только коротко, что на этой неделе должна быть поставка пряжи «Шелковый блеск» в магазин «Мир вышивки». И по моим подсчетам, эта пряжа в этом магазине дешевле, чем на фабрике. С учетом скидки по промокоду Ситникова, получается что-то около 150 рублей за моток. Напомню, что на фабрике в розницу пряжа стоит 180 рублей. Поэтому не упустите этот момент по поводу пряжи «Шелковый блеск» и следите, заходите в магазин «Мир вышивки» и следите за поставками пряжи «Шелковый блеск». На этой неделе должны ее привезти, пополнить запас. Там будет 6-7 оттенков. Ну, прочитайте этот пост, и там все подробнее написано. Итак, а сейчас возвращаемся к этому проекту, где тоже не обошлось без шелкового блеска. Напомню про оттеночки шелкового блеска и, значит, вот этой прекрасной ниточки Puna от Drops. Значит, что здесь в этом свитере? Вот этот оттенок и Puna в одно сложение шло вот здесь вот сверху. Дальше я добавила шелковый блеск. Посмотрите, какая прелесть. И вязала где-то вот до этого момента. Опять не взяла указку. Сейчас возьму хотя бы карандашик, что попалось под руку, то и взяла. То есть вот здесь вот одно сложение шелковый блеск голубого цвета и ниточка Puna от Drops. Потом пошла пряжа, два сложения голубой ниточки шелковый блеск и одно сложение Puna. Ну, в принципе, Puna везде идет в одно сложение. Здесь пошли опять шелковый блеск серого цвета, опять в два сложения.
вот здесь вот. И все здесь в два сложения шелковый блеск и одна ниточка дроп спуна. И так шло до конца. То есть понимаем, что свитер имеет разную толщину. Вот до этого момента вот сюда шла шелковый блеск в одно сложение, дальше пошел шелковый блеск в два сложения, причем как голубая ниточка, так и серая ниточка. Вот вы все здесь видите. И вот такой я сейчас подальше отойду. Вот такой красивый градиент получился. Здесь я меняла спицы на 4,5, где добавлялось второе сложение, вот ниточки, шелковый блеск. Начало работы мы начинали с воротника, с нуда, там были спицы четверка. Теперь по поводу вот этой платочной вязки. Давайте вам расскажу. Значит, здесь платочная вязка, вот несколько рядочков. Ну что здесь получается? 8 рядов. 4 бороздочки, значит 8 рядов. Закрывала я здесь эластичным закрытием петель. Есть мастер-класс на канале. Это, смотрите, плейлист по свитеру, по джемперу «Теплый снег», вот белый, который из мохера. Там я показываю, как я закрываю эластичным способом с накидом. Так что, пожалуйста, в этот плейлист найдете. Вот. Но один момент. Последний ряд обязательно нужно поменять спицу на меньшего размера. Иначе вот это все у вас будет волной, будет фолдить, не будет вот так красиво укладываться. Поэтому имейте в виду, что обязательно, когда будете закрывать, возьмите спицу на размер меньше. То есть, если все вязалось 4,5, значит, закрытие мы делаем, даже можно, я, по-моему, троечкой делала. То есть, вот на размер, на целый размер спицу взяла меньше. То же самое было и вот здесь вот в рукавчике. Но рукав я вязала тем же градиентом, но он у меня связан, шелковый блеск, в одно сложение. Мне хотелось сделать рукав потоньше, потому что свитер настолько теплый и комфортный. И если он будет одеваться под какую-то зимнюю одежду верхнюю, чтобы удобно было сгибать руку. Вот поэтому у меня рукав здесь шелковый блеск только в одно сложение. Понимаете, да? Единственное, что когда я перешла на платочную вязку, вот здесь вот, здесь два сложения. То есть добавила ниточку серого цвета, вот эту вот, шелковый блеск, по-моему, светлые сумерки называется оттенок. Вот когда вязала платочную вязку. И на спицы также перешла больше, то есть на 4,5. Здесь вязалось все на четверочке. Вот эта обвязка на 4,5. Тоже эластичное закрытие. И также здесь вот закрытие делалось на спицы на гораздо меньше. То есть, по-моему, троечкой я и закрывала. Теперь, что еще по рукаву? Некоторые моменты сейчас расскажу, уберу пряжу и покажу. Итак, когда мы наберем с вами петли, то есть в линии наших подрезов, потом в линии нашего ростка со спины, я вязала рукав прямо, вот здесь стоит маркер, я специально его не убрала, просто вязала прямо, безо всяких убавок. Ну, сколько здесь? Сантиметров 10. Вы, конечно же, будете это высчитывать, сколько вам нужно провязать прямо, по своим размерам. У меня где-то сантиметров 10. Вот он стоит, маркер. Это все шло прямо. Да, я здесь также, как и в туловище, сделала вот такой вот, как это называется, ложный, как будто ложный шов. То есть одна изнаночная петля. Здесь тоже идет вот он, этот ложный шов, очень красиво смотрится. Но в рукаве, вот он, видите, как красиво переходит. Сейчас я вам покажу. То есть от туловища вот он пошел, этот ложный шов, вот так вот на рукавчик. Здесь даже
Тяжело сейчас вот так вот показать вам. Но покажу. То есть прямая линия пошла от туловища, и эта же изнаночная пошла у меня в рукаве. И очень все удачно сложилось. То есть эта изнаночная как бы притягивает наши две половинки рукава. И очень вот здесь красиво получается. То есть провязав 10 сантиметров прямо, я начала делать убавки. По моим расчетам, ну я думаю, что вы справитесь, какой длины вам рукав нужен. Я посчитала, что мне убавки нужно будет делать в каждом четвертом ряду. То есть что я делала? Вот эта вот изнаночная петля, мнимый вот этот шов, она мне служила как маркером. И я, доходя до этой петельки, то есть провязала 3 ряда, в четвертом убавила 2 петли, вместе провязала с одной стороны этой петли и с другой стороны петли. Таким образом, видите, у меня вот здесь вот, так скажем, по мнимому шву начались убавки. Опять провязала 3 рядочка без убавок, в четвертом сделала убавки с одной и с другой стороны. И эта петелька очень хорошо мне послужила таким маркерочком. Так что рекомендую, особенно для начинающих, я себя считаю начинающей вязальщицей, спицами. Очень вот это вам поможет. Ну а дальше я вам рассказала, как я здесь добавила ниточку еще одну и связала платочную вязку. Да, еще момент. Когда я дошла практически до края, у меня здесь оставалось 62 петли. Но 62 петли это очень широкий рукав. Лешик у меня попросил узкий рукав, практически как у водолазки, говорит, чтобы мне удобно было носить под верхнюю одежду зимой там или осенью. Ну и я прислушалась к его просьбе, все-таки подарок хочется, чтобы был по душе. Я так и сделала, то есть хорошо так заузила рукав, а поскольку здесь нет резинки, а вот закрытие платочной вязкой, значит, что я сделала? 62 петли у меня здесь было. В последнем рядочке перед платочной вязкой я сделала убавки. Как я делала? Через петлю. То есть одну петлю провязываю, вторую петлю 2 вместе. Опять одну петлю провязала, вторую петлю 2 вместе. И таким образом у меня вот здесь вот ушли петельки. Их даже, собственно говоря, вы здесь и не увидите эти убавки. И в итоге у меня осталось, по-моему, 41 или 42 петли вот здесь. И вот после этих убавок я добавила еще одну ниточку шелковый блеск, перешла на спицы размером больше 4,5 и стала вязать платочную вязку. И закрыла эластичным способом спицы на размер меньше. Об этом я вам уже говорила. Вот в принципе и все по этому рукаву. Осталось мне показать вам, как я набираю петли крючком и как это удобно на спицу. И остается связать только второй рукав. Я думаю, что на это у меня уйдет 2, ну, от силы 3 дня, и подарок будет готов. Да, не сказала по расходу пряжи. Конечно, точно я скажу про расход пряжи, когда свитер будет готов, связан второй рукав, сделаны эти, как это, завязочки, кулиски, которые будут вставляться в снуд воротник этого свитера. И тогда я вам все скажу по расходу. Но на данном этапе у меня свитер весит 700 грамм. Значит, пряжи пуна у меня осталось 2 целых моточка. Вот просто 2. И 1 моточек. То есть это получается 100 грамм цельных. И вот 1 моточек. Ну такой он еще хороший, но уже от него я отвязала. То есть, если бы я не смесовывала пряжу с шелковым блеском, мне бы явно не хватило 600 грамм, ну, на хороший свитер. Поэтому я очень рада, что я вот так вот придумала смесовать. Во-первых, мне очень нравится вот этот градиент. И нравится, какая мягкая пряжа.
В общем, все получилось замечательно. Итак, мои хорошие, вот он наш рукав. Это наши подрезы. И это наш росток, который на спине. Значит, записывайте себе, когда будете вязать первый рукав, записывайте цифры, которые вам понадобятся, чтобы потом связать такой же рукав. У меня в рукаве было 85 петель. Я сейчас доберу петли и, конечно же, потом все пересчитаю. Но если разница там в 1-2 петли, я думаю, что не будет, так скажем, великой ошибки, а вообще, конечно, хорошо бы, если бы они были совершенно одинаковые. Итак, мои хорошие, вот смотрите, вот идет подрез, но я буду добирать петельку не отсюда, а я вот между вот этими подрезами, чтобы не было дырки. То есть дополнительную петлю я достану вот отсюда. Я, значит, что делаю? Я вот так вот крючком и на спицу. Так, нет, надо подлиннее кончики взять на всякий случай. Вот так вот крючком достаю. Желательно за 2 полупетли. И достала. И на спицу это все одела. Пока на чулочные спицы, сейчас это все оденем, а потом уже второй ряд будет, конечно же, проще. Так, ну, конечно, здесь все неудобно, ничего не держится, вот таким вот каким-то способом ищем. Достали, на спицу вот так вот одели. Мне очень нравится вот такой способ. И потом вот так вот идем. Помним, сколько петель у нас было на подрезе, чтобы нам тоже здесь лишнего не набрать. У нас было 13 петель. Колола. Теперь вот сюда нужно. И вот так вот считаем, сколько мы петель добираем. Но во всяком случае здесь точно можно посчитать, потому что мы помним наши петли, которые мы брали, делали воздушные, ну не воздушные, а добирали петли для наших подрезов. Вот таким вот способом. Сейчас все некрасиво. Так, раз, два, где-то, наверное, или нет, правильно, 6 петелек сейчас будет. Одна же у нас боковая петля была, которую я достаю из между, так скажем, подрезами. Ну, я думаю, что не подрезами, ну да, подрезами и петлями, которые на спице. То есть вот отсюда я беру дополнительную петельку, чтобы вот здесь вот потом не было дырки. Собственно говоря, из полотна вытаскиваю петлю. И вот таким вот образом, мои хорошие, добираем крючочком петельки и потом просто вяжем по кругу. Сейчас дойдем до линии, где мы делали росток, и там я тоже вам покажу, но там нужно будет после того, как мы свяжем рукав, там красивым тамбурным швом некрасивое вот это соединение. Ну, не знаю, у меня во всяком случае получилось оно некрасивым. Может быть, у меня еще маловато опыта. Но я нашла как бы выход. И там все-все красиво. Как говорится, комар носа не подточит. У меня так говорила бабушка. Все очень красиво, но на мой взгляд, вот этот росток азиатский, это просто находка для меня. Мне так намного проще, безо всяких поворотных рядов, без немецких способов и всяких остальных. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот она изнаночная. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, что ли?
Еще раз, это наша боковая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, вот все петельки у нас сошлись. Вот она наша петля, которая добирается у нас, так скажем, из полотна. И вот он наш подрез. То же самое. Я вам уже говорила, что вот так вот вытаскиваю. Тут будет, по-моему, 4 петли у меня было. И нанизываем на спицу. Вот чем хороши заглушечки. Вот я сейчас отсюда сниму, уже не пойду за заглушкой. Вот здесь вот на спицу одели, пока вот эти самые сложные ряды, так скажем, установочные. Но вообще начало вязания или какие-то манипуляции с добором петель, это всегда сложно. Поэтому медленно все, никуда не торопимся, все считаем, просчитываем, а потом идет все как по маслу. Так, ну вот, по-моему, еще одна петелька здесь. И все. Вот таким образом. Сейчас поставлю здесь вторую заглушку. Вот она у меня. Чтобы это никуда не убежало. И начнем просто вязать уже со спицы. Я проверю. Тут у меня стояли просто спицы, чтобы для того, чтобы Леша, ну, смог примерять. Вот. И дальше все понятно. Дальше все вяжем по кругу теми спицами, которыми мы вязали основное полотно. У меня это была четверка. Это потом, когда я удвоила вот здесь, вот добавила еще одно сложение, перешла на 4,5. А рукав я вязала спицами 4. Вот вам еще раз покажу вот этот подрез, в смысле росток. Вот он, сейчас покажу близко. Это дополнительная ниточка, вот здесь очень хорошо видно. Это обычный тамбурный шов. Как его сделать, вы поняли, чтобы не ждать вам, пока я свяжу рукав, как здесь потом вот эти некрасивое соединение закрыть. Я вам сейчас просто покажу и расскажу, что такое тамбурный шов. Просто вот возьму ниточку, у меня осталось от рукава, и покажу вам. То есть смотрите, мои хорошие, вот как это делается. Потому что есть на канале, но чтобы вам не искать, пока есть момент, вот просто вот так входим и крючком, не затягивая, делаем тамбурный шов. Очень красивый шов. Вы видели пиджак Лешин. Там все, очень много этого тамбурного шва, как отделка, как имитация машинного шва. Я говорю, что он красивый, но он коварный. Здесь нужно очень четко чувствовать грань. То есть не слишком затягивать, но и не слишком слабо. И тогда будет, вот здесь я подзатянула немножко. Вот, посмотрите, какая красивая косичка получается. Вот такую косичку я выполнила вот здесь, где я вам сейчас показывала вот это место. Закрыла здесь некрасивое вот это соединение. Ее, эту косичку, вы здесь не найдете. Сейчас, где она, не там показываю, или там. Видите, я ее даже сама отличить не могу. Нет, все-таки здесь. Вот она. Вы ее здесь просто не увидите. Как будто лицевая гладь. Сейчас еще до ВТО, когда постирается, ниточка распушится, все уляжется. Здесь вообще ничего не будет видно. Так что вот, мои хорошие, вот такой тамбурный шов. А распустить его очень легко. Вот так тянем, и он распускается. Ну вот, мои хорошие, вяжем рукав, как делать убавки, все тонкости, как я закрывала, все я вам рассказала. Не ленимся,
смотрим, если что-то непонятно, задаем вопросы, не стесняйтесь, если что-то не очень понятно, спрашивайте. Я всегда стараюсь ответить на ваши вопросы. Приятным. А я всем вам желаю хорошего дня, хорошего настроения, неимоверного полета фантазии. Всех люблю, обнимаю. И до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.